Руслан Камболов, номер 44. Сейчас
Состоится пресс-конференция с участием тренеров, играющих сегодня команд. Ворота команды «Динамо» Санкт-Петербург забил Давид Захар, номер 17. И на малой арене стадиона Петровский молодежная команда «Динамо» Санкт-Петербург проведет решающий золотой матч в первенстве Северо-Запада против команды «Трэвис» и ВВК. Начало матча в 14 часов. Вход слушал Далер Кузяев, номер 24. Мяч в ворота команды «Динамо» Санкт-Петербург забил Вахыт Арассахедов, номер 7. К основному времени второго. Go!